Ребята, мы расстроены ужасно просто. Сегодня не наш день. Просто максимально не наш день. Вы не представляете, что мы натворили. Мы хотели снять для вас одно очень крутое видео. Мы взяли наших котиков, взяли двухкомнатную палатку, такую дорогущую крутую. Вообще. Вы просто себе не представляете, насколько она крутая. Поехали в лес, купили кучу продуктов, купили мангал, купили угли, купили просто вот все вообще. Настольные игры с собой взяли, чтобы снять бомбезное видео. И как вы думаете, что произошло? Поставьте видео на паузу, напишите в комментах. Кадуш, они поставили видео? Надеюсь. Но мне кажется, они догадаются, пока мы не скажем, что произошло. Да, это даже сложно поверить. Это просто вообще уму непостижимо. Короче, раз, два, три. Мы... Сейчас, что-то я... Миша, плохо. Мы не смогли собрать палатку. Мы не собрали палатку, понимаете? Мы посмотрели кучу инструкций. Ну, наверное, здесь еще играла роль то, что мы находились на озере в температуру плюс. Мы переживали, что мы провалимся, это раз. Переживали, что замерзнут коты. Да, коты у нас тоже ждали. Все коты были одеты в шерстяные свитеры. Даже шапки у них были, пледы из шерсти. Но все равно мы переживали, что они замерзнут. Они, конечно, не замерзли, они просто спали, все было отлично. Но дело в другом. Просто эта палатка как бы достаточно сложная по сравнению с теми, которые мы до этого собирали, маленькие, да? Да. Там вот эти это штуки профессиональный складные. Профессиональный уровень. Да, уже. Там складные штуки такие. Мы вроде делали все по инструкции и в интернете смотрели на YouTube инструкцию, но что-то пошло не так. Они у нас не сгибались как нужно. И мы не можем понять до сих пор, почему мы не смогли собрать эту палатку. На нас там люди сверху смотрели, думали, чем мы вообще занимаемся, да? Всем привет, ребятки! Ребята, мы сегодня снимаем видео, к которому мы готовились, наверное, целую неделю. Мега крутое видео! Да, мы сегодня, ребята, приехали в лес, где мы проведем трое суток. Это будет очень долго. Мы взяли крутую палатку, мы купили настоящую палатку. Миша ездил с Билли. Я жить в лесу просто обожаю. И скорее бы мы уже там разместились, когда уже палатку поставим, это будет самое такое кайф. Обожаю, мам, пап. Пошли, бублики? Снимать, да, потому что Здесь, стой. Камера может сесть. Снимаешь? Ребята, мы нашли очень крутое место, где мы расположимся. Смотрите, вот здесь у нас есть огромный стол, за которым поместится вся наша огромная семья. Там есть мангал, мы зря купили свой мангал. Мы вообще думали, что в лесу нельзя жечь костер, естественно. А тут оказалось специальное место для костра. А еще, ребята, посмотрите вот на эту плоскость. Здесь мы поставим свою палатку. Наша палатка уже вот она ждет, вот она лежит в сан. А еще, ребята, здесь очень много крутых развлечений. Посмотрите вон туда. Это, понимаете, что это? Это просто горка, с которой мы будем кататься на санках. И, конечно же, мы не собаки с Мишей. Поэтому для нас есть туалет! Ура! А еще прямо здесь мусорный бак. Это значит, что мусор не надо будет уносить с собой. Давайте располагаться. Просто сумасшедший сегодня! Ребята, просто мощнейший ветер на горе, поэтому там ни микрофоны наши нормально не работают, ни нам некомфортно. В общем, мы сейчас с Билькой спустимся вниз реки и попробуем установить палатку здесь, если здесь нет ветра. Я помогу! Билли, иди отсюда, я сейчас на тебя упаду. Папа, папа, там все ок, погнали!
Поэтому, ребята, чтобы заглушить боль от того, как мы сегодня лоханули, знаете, куда мы приехали? Пара-па-па-па. Ну да. I'm loving it. Я себе заказал картошку фри, 3 наггетса и еще 2 кока-колы, 1 гамбургер и еще что-то я брал. Да, пап? Да. Кевин, это вообще-то мы все взяли себе. Но с тобой мы поделимся. Что за расфокус? Прайду не наш день. Даже камера не хочет снимать, понимаешь? Я даже что-то хотел сейчас сказать и забыл. Mm-hmm. А вот то, что мы сегодня планировали снять 4 видео. Да. 4 видео мы должны были снять с этой палаткой. И вот так лоханулись просто. Мы хотели пожить в лесу 3 дня. Кевин тебя лижет. Кевин, ребят, лижет мою ногу. Посмотрите просто. Потому что он меня любит. Он понимает, что я расстроена. Да, Кев? Киви. На самом деле, ребят, мы в любом случае это видео снимем. Обязательно просто. Снимем его... Тетя, тетя, давайте несите нам. Большой пакет. Снимем его, когда будет теплее. Так что не переживайте. У нас там много всего. У нас там 2 отдельных заказа. Так, у нас... Цезарь нет, по-моему, да? У нас есть бифролл. Мы, ага. Моя мама пропал. Сидит с Машей, и мы ей взяли бифролл. Вот так вот. Будем кушать, Кев? Будешь кушать? Да, мама, буду кушать я. Будешь. Вот, походу, чтобы завершить сегодняшний день, по-любому у нас должно чего-то не хватать в заказе. Не, ну давай не надо. Ну давай надо, но мы же уже привыкли. Ну, что, видишь, окно даже не закрывается. Вот. Что сегодня за день такой? Смотрите, ребят, как сидит Кевин. Просто на попе сидит, знаете, как такой малышочек. Он всегда так сидит. А Билька сидит на подушке. Да, на подушке, я хочу на вас. Нет, Биля. Так, вот это, походу, Маша. Так, сюда. Да, посмотрим, вот ролл и картошка. Да. Это Маша и моей маме. Миша там проверяет. Давай, открывай уже, что нам привезли. Так, сейчас я даже не знаю, как нам тут это все разложить с тобой. Просто вот сюда выкладывай, потом протрем. Будем кушать в машине, ребята. Даже эти перевернулись. Ам-ням-ням. Папа, мне что-нибудь взяли? Мы тебе наггет дадим. Всего ой, лишь. Горячее. Биг тейсти. Вот наггетсы. Ребят, я очень извиняюсь за этот кобздец. Я не знаю, почему у нас влоговая камера перестала фокусироваться. Смотри, что, Кев. Кевин, ты будешь? Ты будешь? Ты будешь наггетсы? Ребят, вот коты... Всегда у нас просят наггетсы, но никогда их не едят. Картошку вот. На картошку. Будешь картошку? Соусы. Не будет. Ничего не будет. Соусы. На наггетс. Кевин, на. На. Будешь? Не будет. Придется дать 1 бильки. Белек. Белек точно будет. Белюшка. Держи. Спасибо, мамочка. Ты вообще-то не взял, Биль. А ты не брала спиртовую? Нет. Я же сюда клал куда-то. Все, ребят, нам приятного аппетита. Сейчас я вам покажу, что у нас тут. Здесь сырные вот такие вот штучки. Палочки. Видите? Наггетсы, картошечка и бургеры. Приятного, дорогой. Приятного. А у тебя салфеточка еще одна есть для меня? Нет, мы сейчас одной будем. А. Здорово. Ребят, смотрите, мы покушали. Тут такая прикольная залипаловка. Сейчас домой поедем. Ехать нам полчаса, наверное, точно. Сейчас выезжаем. Пока, Макдональдс.